ආදදාන ස්ත්‍රිනං දන්තයි ඉදං ජාති පුනප්පුන සිරූප පදම් භෝජ ධුලිශ්‍යාම් ජන්ම ජන්මනි ආදදාන ස්ත්‍රිනං දන්තයි ඉදං ජාති මුහුක්මුහු ශ්‍රීරූප පදාම් භෝජ ධුරිශ්‍යාම් භවේ භවේ ශ්‍රීපාද ගෞරිය වෛෂ්ණවාචාර්ය ශ්‍රී රඝුනාත් දාස් ගෝස්වාමි චරණ कहते हैं उन गवरित मैं दांत में त्रिन खंड को लेकर या держа травинку в зубах пошла и кого ещё удяли губу там донту ये प्रार्थना करता हूं молюсь об этом Джоса питание जे जन्म जन्म में чтобы из жизни в жизнь как гивянимо сиж гивянимо мера jitna bhi janm ho сколько бы у меня не было рождений посмотри как будто гинему जन्म जन्म में मैं रूप गोस्वामी पाद का चरण का एक धूल कणा जैसे बनो ऐसा सौभाग्य मेरा हो जाए пусть в каждой жизни у меня будет такая удача стать пылинкой на лотосных стоп Шри Рупы Госвами कैसा अनुराग такая अनुरागा у него उनका चरण का एक अनुरागा धूली में बन जाओ Он молит о том, чтобы стать пылинкой на лотосных стопах Шри Рупы Госвами. Сриман Махапрабхуджи. Махапрабхуджи Шикхаштакме эк шлокме кэхте хай ме Нанданандан ка Шри Кришна ка Чаран Радж ка банунга. Шриман Махапрабху в одной шлоке Шикшаштаке говорит, я бы хотел стать пылинкой на лотосных стопах Шри Кришны, Шри Нанданандан. Паранту Рагхунат Дас Госвами Джи кэ рэ мэ Руп Госвами Джи ка чаран радж каб бан паунга. Но Рагхунат Дас Госвами молит о том, чтобы стать пылинкой на лотосных стопах Шри Рупы Госвами. Бхагават चरण रस से भी भक्त चरण रज आचार्य चरण रज बनना ये अधिक सौभाग्य का विषय है стать пылинкой на лотосных стопах преданного ачарью это более великая удача чем стать пылинкой на лотосных стопах самого господа Нарутам Дас Тхакур Махашай бхи вахи кэхте. Шрила Нарутам Дас Тхакур, он также об этом молит. Абхи-абхи га рахе тхе. Только что пели. Руп Рагхунат паде хай вьякути. Каве хамо буджаво се чудала пилити. रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आश आश मीन्स वासना कामना आश значит желание मेरी प्रीति प्रार्थना करे सदा नरतव दास ये है भजन это баджан ты баджан यहां से भजन का प्रारंभ है отсюда начинается баджан श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी का चरण रज बनने के लिए लालायित है जन्म जन्म में
Шри Рагунат Дас Госвами, он желает стать пылинкой с лотосным стоп Шрила Рупа Госвами в каждой жизни, где бы он ни родился, где бы ни было рождения. Паранту Рупа Госвами Чика Чаран Були Ме Кап Банунга. Но когда я стану пылинкой с лотосным стоп Шрила Рупа Госвами, Махапрабху ji kya kehte hain? А что говорит Махапрабху? Шикшаштака ek shlok. В одной шлоке Шикшаштаки. Ай нанда тануджа. Ай нанда тануджа кинкарам патитам маам вишаме бхавамбудо. Крипая тава пада панкаджа стхита. Дхули садрисам вичинтая. Хе Нанда Нандан. О Нанда Нандан. О Нанда Нандан. Нандалал Нанда Кумар. О Нандалал Нанда Кумар. Кав эйса хога? Когда наступит этот день? Мэй апка кинкар ху. Я ваш кинкар. Ашусу кинкар. Сансар рупи сагар ме пара ху. Но я упал в эту сансару, в этот океан. Ищи сансара, ищи сансару сангинина. Том крипа карке. Смилуйся надо мной. Пасигалек. Учко апна чаран дхули. И сделай меня пылинкой на твоих лотосных стопах. Рупме эва шикар кару. Прими меня таким образом. Токи буду мне пылинкой. Паранту Рагунат Дас Госвами пад варна чарае Рупа Госвами ji ka charan dhuli. Но Рагунат Дас Госвами, он желает стать пылинкой на лотосных стопах Шрила Рупа Госвами. Почему? В чем причина? Бхагаван ке чаран дхули се ви бхакта чаран раж ме адхик бхакти дене ки шакти хай. Причина в том, что с пыли лотосных стоп преданных Бхагават чаранамрита се ви бхакта чаранамрита адхик махиманьята. Пыль лотосных стоп преданных Бхагаван се ви больше бхакти. Бхагаван се бадхкар кой татья хай нет. Ведь нету татвы выше, чем Господа. Но чаранамрита со стоп преданных, она выше чаранамриты со стоп Господа. Но есть все-таки одна татва. Это бхакта татва, которая выше Бхагават татвы. Разве есть кто-то выше Господа? Есть. Преданный. Если нету преданных, Я бы не раздался. Я Шамананда си не я, Рашикананда ди не я, Кришна Шарана си не я. Шамананда, Кришна Шарана. Кришна Шарана. Динабанда си не я. Если нету Динабанду. Я бы не Динабанду. Сам Сундар Даш Прабу не я. Если нету Шам Сундара Прабу. Шам Сундар Пабайс. Элан Прабу не я. Кя? Элан Итю. Эвал дас. Эвал Прабху не есть. Если нет, то Эвал дас Прабху не есть. Инга. Инга Матаджи не есть. Если нет, то Инга Матаджи. Сушила Матаджи не есть. Если нет, то Сушила Матаджи. Если бы нет, Сушилась. То кья хога е? То что будет? Кастада бос. И паристи хога, и то фильд хога. Это будет просто лес и поля. Бусло прощался в Алпе и мешка сердцу штума. Не я видел тебя в лесу. Это будет на парислога. Лес, поле, фермы. Кучога, я. Кто-то будет разве здесь? Аргибус чекас норс. Кришна нам, Кришна ката, боги. Будет ли Кришна нам и Кришна катха? Аргибус Кришна сварго, гетоемас, аргибус Кришна. То Бхагаван и опекша катте. И Господь, Он также в ожидании. И вверх после поглавки мэр. Кинга. Кого он ждет? Кой сайлауки? Бхактока. Преданных. Ацидавуси. Бхакто хай, то сабкуч хай. Если есть преданные, то есть все. Я говорю, ацидавуси ира вискас. Бхакто не хай?
Если нету преданности, то это пустое поле, лес, схема. Здесь будут жить привидения. Собаки будут жить здесь. Шуми слахи запрем бы играл в каву. Бхагаван нам санкиртан бхагават катха бхагават сева богини. Не будет служения Господу, не будет его бхакти и санкиртан. Бхагаван сева какой хай ап. Есть ли выше Господа кто-то? Арира уча вас вешку. Есть, и это преданное. Бхакто сети би варкар кои хай, вое хай бхакти. А что есть выше преданного? Это бхакти, бхакти махарана. Према. Сабсе варкар бхакти. Выше всего это бхакти. Према. Бхакти хай, исилия то девоти бхакта. Когда есть бхакти, то преданное называется бхакта. Если есть деньги, то тогда вы богаты. Если нету, то вы будете бедным, обычным человеком. Таким же образом, если есть бхакти, если есть бхаджан, тогда вы бхакта. Бхаджан, бхакти не йогаса, то он ко бхакта не кайлате. Если у кого-то нету баджана и бхакти, то такого человека не называют бхактой. Я говорю, если нера после баджана или бхакти, и сей нера цедавис. Рупа Свамиджи не Махапрабхуджи ке саат крипа карке из вишеш калиджуг ме Махапрабхуджи ка парикар хокар айе хай Радхарани ки сахи Шевика Сри Рупа Манджари и Рупа Госвами Руп ме прагатит хай. В эту особую Кали-югу Рупа Госвами и Махапрабху прибыли сюда, чтобы даровать свою милость. Рупа Госвами – это сама дорогая подруга Радхарани, это Рупа Манджари. Рупа Манджари – сваруп же хай, я дурлав хай. Радхарани – парма дурлава, Рупа Манджари – ви дурлава. Очень сложно достичь Радхарани и понять ее, но также сложно понять Рупа Манджари и достичь ее. Радхарани, она редкая. Рупа Манджари в ее симпрага. Рупа Манджари подобна ей, это одна татва. Они не отличны. Парамту Махапрабху зи бхакта руп ме аватирна хай. Но Махапрабху, он пришел сюда как преданный. Ачарья руп ме аватирна. Он пришел как ачарья. Исилия Махапрабху зи сулав хай. Рупа Госвами зи ви сулав хай. Рупа Манджари жо хай на. Рупа Манджари ко самаджна. Понять Рупа Манджари и получить ее, это очень сложно. Татва Радхарани, она очень сложная, и такая же татва Шри Рупа Манджари. Но Махапрабху для всех пришел как преданный. Рупа Манджари ви бхакта рупмяй. И Рупа Манджари также пришла как преданный. Пуруш рупмяй. Пришли в мужском теле. А ты уверишь Канакуня. Гаур-лиламе. В Гаур-лиле. Махапрабху. Махапрабху. Ка манобхишнако. Гаур-лила Махапрабху. Махапрабху зи ки джо ичха, джо санкалпо. Желание Махапрабху. Махапрабху трошкимас. Уси ичха санкалпа ко пурна карне ке лие пуруш шарир ме ае. Чтобы исполнить это его желание, ему пришлось прийти в теле мужском. Рупа Манджари. И Рупа Манджари. Кис патар пуруш руп ме ае. Также пришла в мужском теле. Радхарани кис патар гададхар руп ме ае. А Радхарани, она пришла как гададхар. Пати Радхарани теге гададхара пандита. Радхарани Гададхар рупмяя. Радхарани пришла в форме Гададхара.
Гададхар Пандит Госвами Джи Радарани ка хи аватар. Гададхар Пандит Госвами — это аватар Радарани. Пуруш руп се, Паршад руп се айе. Они в форме спутника. Understand it, Парикар руп. Форме Парикар. Я Парикар. Рупаманджари ки акрити, Рупаманджари лила ме то омен хе. В лиле Рупаманджари она девушка. Парамто Гаура-лила ме Рупа Госвами рупе. Но в Гаура-лиле она пришла как Рупа Госвами. Understand me. Рупа Госвами джи ко пана шарат хе. Легче получить Шри Рупа Госвами. Легко дойти до него. Процесс, чтобы дойти до туда, это его же книги. Его самадхи. Его картина. Унке саммандхит джан, джо Рупа Госвами джисе прем карте хе. И все спутники, которые любили Шри Рупа Госвами, джо Рупа Госвами джике хе. Все его спутники, спутники Рупа Госвами. Рупа Госвами джике чаран ме, лотас фит ме, джиноне апне ко ниведан кия. Преданные, которые предложили себя к лотосным стопам Шри Рупа Госвами. Рупа Госвами так джане кагеги ое хе. Это и есть путь, чтобы дойти к Шри Рупа Госвами. Это процесс. Первый шаг – это изучение его грант. Бхактирасамрита Сингху. Бхактирасамрита Сингху. Упадешамрита. Упадешамрита. То Рупа Госвами джи Махапрабху джи та джо бхав. И Рупа Госвами, джо упадеш, все наставления Махапрабху, джо адаша, унка прачар кие. Он распространил это. Гранта ке двара, с помощью своих грант, ачаран ке да, и с помощью собственного поведения. Прачар ка до процесс хе. Проповедь двух видов. И гранта лихан, можно писать книги. Орик бхаджан карке дикхана. А второе — это быть примером совершения бхаджан. Каковы наши ачарьи? Джо гранта ко ликте. Они пишут книги. Ар сайам ачаран карке дикхате. И сами показывают нам пример, как совершать бхаджан. Ачаран карке дикхате. Собственным примером. Or acharan se anubhav prapta karke anubhav samannita upadesh vachan sattva sunate. И своим поведением они показывают, как следовать этим указаниям, как идти по этому пути. И их и называют ачарьями. Acharan karna. Асвадан карна. Они показывают пример, сами наслаждаются этим путем и проповедуют это. Акела канани. Одним не стоит принимать пищу. Одним не стоит принимать. Нельзя вести эгоистичную жизнь. Life selfishna. Нельзя быть эгоистом в жизни. Ме акела хи хаунга. Я не буду один принимать пищу. Не акелахи тарзаунга. Эса селфиш лайф, эса селфиш майнд ачарьё ко хоте нахи. У ачарьев нету такого видения, они не эгоисты. Гитаджи ме в Бхагавад-гите ачарьё ка лакшан хе. Есть цель ачарьев. Матчита мадгата прана бодхаянта парашварам. Катхаянтасча магниттам дуршанти ча раманти ча. Бхагаваджи ме хай. В Бхагаваджи говорится. Бхагаватам калмам. Эхи вачан. Бхаджан каре
совершайте баджан, और सबको भजन रस и всем нам рас, раздавайте баджан расу, бхакти расу, бхакти расу, нам расу, бхакти. Раздавайте. Это как раздают просад. Просад акела пана не чайе. Одним не стоит принимать просад. Уси прагар харинам харикатха бхакти прем. И таким же Бхагаваданубав харинам бхакти прему. Дадати прадигриннати. Рупасвамиджи ка вачан хай. Дадати прадигриннати. Куйхам акхати пречати. Это говорит Шрила Рупа Госвами. Прасад пау, прасад пау. Принимайте просад и раздавайте просад. Гура бхаджан шамманди бхаджан пучал. Дарите просад. Изучайте путь бхаджана и рассказывайте другим. Студирте бхаджану кяля и рэдо. Дизие. Давайте. И берите. Визия, давайте, визия, и берите. Дена, давать и брать. Доти и инки. Кехна, говорить, сунна, и слушать. Карбети и клаусите. Боджан, карна, карана. Принимать пищу и кормить других. Ехэ вишнава ка кам. Это работа вайшнава. Они не одни. Бодхаянта парашпарам. Катхаянташча мангиттам. То исилие поэтому Рупа Госвами Джи не Махапрабху Джи ка джо харт хай, Махапрабху Джи ка джо санкалп уддешья ичча хай. Сердце, желание, наставление Махапрабху, его указание. Бхакти Расамрита Синду Ати Грантхаме. Бхакти Расамрита Синду и остальных грантах Рупа Госвами проявил это. Ор ачаран ке давара асватан эван упадеш прирана ке двара битаран кие. И с помощью своего поведения, и с помощью того, что он давал наставление, он научил это каждого, он распространил это. Ача, Рупа Госвами Джи ка Бхакти Расамрита Синду Уджал Нирмани Натакади Вивидх Гранхавани Ставамала Ади. В разных писаниях Шрила Рупа Госвами, Шраван Киртан Карне Се, когда мы будем слушать и воспевать, кя-кя Сиддханта, какую сиддханту мы можем получить оттуда? Унка индекс. Махапрабху джи ка сиддханта кя? В чем заключается сиддханта Махапрабху? Первая сиддханта. Дхамо ме Вриндаван дхам сарвопари. Из всех дхам Вриндаван дхам выше всех. Из всю шведу вету Вриндаван дхам ира ушо вису. Дхам ме? Вайкунта ви дхам? Вайкунта также дхама. Вайкунта тайпат ира дхама. Айодхья ви дхам? Айодхья это дхама. Айодхья тайпат дхама. Дарака ви дхам? Дварака это дхама. Дварака тайпат дхама. Матхура ви дхам? Матхура это дхама. Ане дхам? Очень много дхам. Дхам дхама. Бадринараян ви дхам? Бадринараян также дхама. Бадринараян это дхама. Хэна? Паранто дхамо ме? Ну среди всех дхам. Датарвису шиду шванду ету. Шарва срешта дхам кон хэ на Вриндаван? Выше всего Вриндаван дхам. Вискова кшамира Вриндаван. Вриндаван ка ашрайлина? Нужно принять прибежище у Вриндавана. Реки Тривки Вриндавану Тривки. Хамари пришли Вриндаван ке орвэхэ? Наше видение должно быть направлено на Вриндаван. Вриндаван это столица. Вриндаван это собственник. Радамадав staying is always in Вриндаван. Радамадава всегда живут во Вриндаване, играют. Радамадава весь лайка гивят во Вриндаване. Атлека жителилась. Ниттарила Вриндаван. Нитилила она во Вриндаване. Нитилила, амжино и вила Вриндаване.
इसलिए वृंदावन धाम सब लोग बोले и поэтому Вриндаван Дхама выше всех Шарвапари Шри Гакул Враджалока Дхам Шри Гакула Враджадхам Шетанти Голок Шетанти Вриндавана Нам Брахманде Пракаштар Кришне Лича Брахма Самхита Брахма Самхити Кришна Сандарпи Кришне Сандарпи Бхагават Татта Ке Пас Дхам Татта Гаварнан Когда описывают Бхагават там есть Дхам Татва. Дхам Татва – это не материальное место. Дхам Татва, она не отлична от Кришна Татвы. Дхам Гопана Сри Кришна Гопана не есть. Если вы получили даму, то знайте, вы получили и Кришну. Если вы получили Навадвипу, значит, вы получили Махапрабху и Гауралилу. Таким же образом, получить Вриндаван Дхам, значит, вы получили Радамадаву. Если я пришел к вам домой, то я обязательно вас встречу. It is your house. Это ведь ваш дом. Вы тут находитесь. И среди всех дам Вриндаван Дхам выше. Джайо Радхи, Джайо Кришна. Джайо Вриндавана Вриндаван Дхам Сарвопари Вриндаван Дхам выше всех Дивья Чинтамани Дхам Вриндавана Чарнам Это Дивья Чинтамани Дхам Дивья Чинтамани Or Вриндаван Нитта Дхам Сарвопари Анупам. Вриндаван это Нитья Дхама. В истории Гопакумара. И кто выше всех среди преданных? Рашо ме срештата, упашья ме срештата, упашанана ки срештата. Какая высшая упасана, какая высшая дхама. Агар самаджна хай, если хотите понять, то Брия Бхагаватам Ридам, Санатан Госвами Джига, то изучите ее грамота хай. Санатана Госвами, Брихат Бхагаватам Ридам. Рупа Госвами Джи Ритте, Асмат Прабхупадам Бходжай, Шри Бхагаватам Рите Бхакти Критасти Сарвапи Гурха Бхакти Сиддханта Мадхури. Дрия Бхагаватам Ритам Грантаме Сапкуч Кхол Карке Каха Гея. Сам Шри Рупа Госвами говорит, что в Брихат Бхагаватам Рите все описано ясно, все раскрыто, все знание. Дхамуме Срешта Дхам. Описывается, какая Дхама выше всех Бхактиме Срешта Бхакти. Какой бхакти выше всех бхакти? Какая садхана выше остальных садхана? Какая высшая упашья бхакти? Какая высшая раса? Какая высшая упасана? Исилие Госвами гранта адхьян ке бина. И поэтому без изучения грант Госвами ничего нельзя будет понять. Садхан марга. Путь садхана. Клиарнусе. Ясным образом. Мы не поймем. Рагануга бхакти то самажме аеги хи не. Рагануга бхакти мы совсем не сможем понять. Грамчар хи крипа хай.
Гранхи является милостью. Ам дивакью кахате. Мы все говорим о милости. Гранхи дивакье. Но Гранхи и есть эта милость. Шметра шерира малон. Харинам хи крипахе. Харинама и есть милость. Харинам хи крипахе. Дхама – это милость. Виграха хи крипахе. Божества – это милость. Дивиби сира малони. Махапрасад хи крипахе. Махапрасад – это милость. Саду санга хи крипахе. Саду санга – это милость. Саду санга – это малони. Бину саду санга вивек на хой. Саду санга ке бина гян хога ни. Сатсанги мы не получим знания. Мы не получим осознания. You mean nonsense, who? То, что я nonsense, такой глупец, то сенсайгами. Мы не станем лучше. Не интеллигент, клевар, не ибон пал. Я не смогу стать умным. Не ибон пал. Не смогу. Understand you? Or sadhu sangha ki bhagavat kripa hai binu rama kripa sulabha na sur. И саду санга это милость самого Господа. Bhagavat kripa se hi. Только по милости Господа. Samyogita. Можно получить сангу. Mohan mukharita bhagavadiya varta. Prasanga. Alochana. Обсуждение. Саду санга карта, Бхагаванам Бхагават Катха. Это повторение имени Господа и Бхагават Катха, Бхагават Сева. Махапрабхуджи ка сиддханта кья Вриндаван нам сарвопари эван Сри Кришна сарвопари сарва аватари нанда сута. В чем заключается сиддханта Махапрабху? Он говорит, что Вриндаван выше всех гав и Шри Кришна Sri Krishna всех аватаров. Говиндавам Ади Пурушам Тамахам Бхаджами. Кирка Бхаджан. Кому мы совершаем баджан? Говиндавам Ади Пурушам Тамахам Бхаджами. Говиндам Ади Пурушам Тамахам Бхаджами. Ишвара Парама Кришна Саджидананда Виграха Анадирадир Говинда Сарвакаранака. Jaya Jaya Deva Hari Shrita Kamala Kucha Mandala He Mandala Kalita Lalita Vanamala Jaya Jaya Deva Hari Sri Krishna Ka Bhajan. Мы совершаем баджан Шри Кришна. Не Кришна из Двараки. Дарака Диш Кришна. Не Дварака Диш Кришни. Матура Диш Кришна. И не Матура Диш Кришна. Дарака Диш Чатурбхуж. Дварака Диш, он четырехрукий. Шанта Чакра Рапатма. Матура Диш Ви. Кадапи Чатурбхуж. Матхура Диш, он также проявляет четырехрукую форму. Паранту. Бриндаван ка Шри Кришна, Нанданандан Шри Кришна, Яшодананда Шри Кришна. Яшодананда Шри Кришна. Нанданандан Кришна, Яшодананда Кришна. Васудев Нандан Деваки Нандан Кришна нехи. Не Васудев Нандан Кришна или Деваки Нандан Кришна. Васудев Кришна в Матхуре, Дваракаме. Васудев Кришна, он в Матхуре, в Двараке. Вриндаване Нанданандан Кришна. Во Вриндаване Нанданандан Кришна. Нанданандана Кришна. Яшодананда Браджана Ранджана Джамуна Тиравана Чара.
जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Если Кришна, этот Шри Кришна, считающий Кришна, Говардхан Хари Си Кришна, Кришна, который держал Говардхан, Ямуна Тиравана Чари Си Кришна, Шри Кришна, который гуляет по Раса Бихари Си Кришна, Раса Бихари Шри Кришна, Джая Джая Раса Лила Шарва Манара Jaya Jaya Ujjala Rasa Sarva Rasa Sara Parakira Bhame Jaha Brajete Prachara Ye Padme hi sab kuch varnan hai. В этих стихах все описывается. Что вся Елиса Раскасира просчитана. तो श्री कृष्ण सर्व अवतारी कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्ण तो सम गस्पोड आलोर चंद्र कलश वनमाल्य वंशी हाथ में रुकाह वंशी होना चाहिए у него должна быть флейта बांसी флейта बांसी बेनु वाद्य विनोदिने हमारे श्री कृष्ण का हाथ में क्या है? У нас, у нашего Шри Кришны что в руках? चरण में नृत्य, हाथ में वाशी, танцует, руками играет на флейте. Always dancing, singing. Он всегда танцует и поет. रशिकेन्द्र मौली, अखिल रसामृत मूर्ति, प्रश्रीमल रुचि रुद्धा तारका पाली ललिता श्यामा ललिता राधा प्रियां विभूर जयती हमारे श्री कृष्ण इस प्रकार है каков наш कृष्ण он не стоит прямо как сей мусул श्री कृष्ण ऐसे ही солдат कृष्ण नहीं это не солдат कृष्ण ты не корейец कृष्ण политикс में не он श्री कृष्ण नहीं это не श्री कृष्ण который работает в политике. Тайнейший Кришна, который себя политика. Кинг Кришна Лени. Это не царь Кришна. Тайня Каравис Кришна. Концерт Кришна. Какой Кришна? Коксей Кришна. Джашадананана Брага Джанаранджана Джамуна Тиравана Чари Jaya Kunya Vihari Jaya Kunya Vihari Dekhiye Kunya Vihari Shri Krishna Посмотрите, это Kunya Vihari Shri Krishna Ye Shri Krishna alag hai Этот Shri Krishna, он другой Aur Sangha Chakra jinka haath mein hai А тот, у кого есть чакра в руках, у Абхава другая, раса другая. Там Абхава другая, раса другая. Курукшетра самуранган ме Арджун ка ратха каха хай. Тот, который вел колесницу на Курукшетре. Кена мудрая Кришная Гитамрита Духе Нама, Джо Гита ко кахне вале. Тот Кришна, который дал Бхагавадгиту. Сарати Сри Кришна. Рат хак рахи хай, рат чала рахи хай. Тот, который вел колесницу. Овита Сри Кришна. Это ведь тоже Шри Кришна. Я файт кар рахи хай, Овита Сри Кришна. Джарасанда Ди се файт хо рахи хай. Джарасанда, он сражался. Это тоже Шри Кришна. Дварака лила ме файт и файт, Матхура лила ме файт и файт. Они воины, в Матхура лиле. Винашая ча душхатам. Матхура лила реки. Дхарма самстхапанартхая. Он устанавливает дхарму. Ой, это Кришна не хай. Алатта пай не хай. Он не кто-то другой. Паранту
महाप्रभु जी का सिद्धांत है कुंज बिहारी सर्वोपरि है. Но сиддхант Махапрабху говорит, что кунджа бихари выше всех. Шри кунджа бихари. Этот Шри Кришна, который играет на флейте, он выше всех. У него в руках флейта, а не чакра. Гадами. Не булава. Шанками. Не раковина. Не кьёги. Я only. Бамшина, я кучу. Здесь только флейта у него в руках, больше ничего. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Yes, Shri Krishna. Это Шри Кришна. Шри Кришна. Ишвара Парамакришна Саям Бхагаван, Шарвавакари Шарвакарана Прадхан. Шри Кришна это сам Господь. Шри Кришна Саям Бхагаван, Иван Шарвавакари, Шамаста Аватар Шри Кришна Се. Он источник всех аватаров. Все аватары есть Шри Кришна. Бхагавад-гита говорит, Брахма-самхита и Шримад-бхагаватам говорят. Тар-канта-гана-дхика шарва-рабдва-срила-дхика тар-шати-гана-санга-джута. श्री कृष्ण का वृंदावन में श्री कृष्ण के अनेक प्रेयसी है अनेक कांता है. Во Вриндаване у Шри Кришны очень много возлюбленных. जिस प्रकार द्वारका में 16108 так в Дварке у него 16108 द्वारका में श्री कृष्ण का कितने वाइफ है. Сколько жен в Дварке у Кришны? परंतु वृंदावन में कितने बोले वृंदावन में 1 crore, 2 crore, 3 crore. अब वृंदावन में उनको возлюбленных не 1 million, а аж 3 million. वृंदावन में 3 миллиона мили мой басе. Вриндаван ме Шри Кришна ка Шри Кришна ки гаунфрэнс китне ха. Вриндаване у Кришны сколько девушек? Кем Вриндаван ме то Шри Кришна ка сади хуай нехи. Вриндаван ме то лила хай нехи. Во Вриндаване вивах лила хай нехи. Никто не вышел замуж. Паранту Кришна вадху. Такой игры нет. Шукдев джи Махарадж кэте хай Кришна вадху. Но Шукадев джи Махарадж Госвами говорит, что они возлюбленные Шри Кришны. Китне хай? 1 миллион? Сколько у них? 2 миллион, 2 миллион и 3. Это 3 crore. 3 crore. 300 миллионов. ये कोई मनुष्य का हो सकता है? Разве обычный человек может такое иметь? Кришна такой मनुष्य नहीं. Шри Кришна это не просто человек. Саранам भगवान नहीं. Это даже не просто भगवान. Это сам Господь. Ты себе подсвечивал. Он Кришна प्रेयसियों में Кришна वधुओं में. И среди всех возлюбленных Шри Кришны Кришна-приями сарвопри Радхарани. И всех Кришна-прии Радхарани выше всех. Сарвопри выше всех. Куин царица Вриндаване Шри Шри Радхарани. Шри Шри Радхарани. Вриндаване Шри 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 Радхарани. Муниндра Вриндаваните Трилока Шока Харини. Радхарани, Радхе, Джайо, Джайо, Мадхава Дайте, Радхе, Джайо, Джайо, Мадхава Дайте. Это стихи Рупа Госвами. Вы слышали эти стихи? Радхе.
Jaya Jaya Madhava Daite Karunam Kurumai Karuna Bharite Vrindavanishari Sarvaradhya Sriradhika Anayaradhito Nunam Bhagavan Harishwara Radharani Sarvopari. Radharani выше всех. Радха Аукшевесу. Исилия Радха Мантра Джав, Радха Гайатри Джав. У нас есть Радха Мантра и Радха Гайатри. Радха Нам Киртан. И Радха Нама Киртан. Радхарани Ки Упасана. Мы служим Радхарани. Месарава Радха Радхи. Када Каришвачи Хамам Крипа Кратакша Бхаджанам Тарит Шуварна Чампака Прадипта Гаура Виграхи Мухабрабха Параста Коти Шарадинду Мандале Вичитра Читра Санчара Чатура Шавало Чане Када Каришва Шихамам Крипа Каташа Бхаджанам Радхарани Сарвопари. Радхарани выше всех. Or Radharani ke jo sakhi hai Lalita Vishakha Chitra Champakalata Rangadevi Tungavita Sudevi evam Rupamanjari adi Rupamanjari Shrupamanjari aur Shrati Manjari Sar Lavanga Manjari Manjulali Srirasha Manjari Shange Kasturika Tirange Прем шевал кари кутхали е аштасахи аштаманджари хазару сахи хазару манджари. У нее аштасахи аштаманджари тысячи. Им как джут, там есть разные группы. Лалита джи ка джут ме хай, е Вишакха джи ка джут ме хай, джут сабд карта хай. Лалита сахи, некоторые принадлежат группе Вишакха сахи. Джутка это санга, ассоциация. Санга это ассоциация, как группа. Группа. Джут. Юдха. Это группа. Юдха это и группа. Анангаманджари джи ка джут хай. Есть Юдха Анангаманджари. Паривар хай, сав Анангаманджари джутешвари хай. Все, которые от Нитянанда Паривара, они все... Алагалаг групп хай, алагалаг джутешвари хай. Для них Ютешвари, Вишакха Сакхи, таким образом много разных... Алагалаг групп хай. И много разных Ютешвари. Докера Ютешвари, конечно, группу на Кумадогу. То из групп ме, из джут ме провеш карке хи Радхарани ки шерва милеги. И получить служение Радхарани можно только если мы вошли в эту группу или в эту юдху. Нам придется войти в эту группу. Придется присоединиться к паривару. Нитянанда паривар ме хо, Адвайта паривар ме хо, Адвайта паривар ме хо, Гададхар паривар или Адвайта паривар. Бхаджан ка мул вишай хай паривар. Суть бхаджана, она паривар. Паривар се самбанда милега. С помощью паривара можно получить самбанду. Паривар ко хи гуру парампара кайте. Паривара это и есть гуру парампара. Адвайта паривар, Гададхар паривар, Гарутам паривар, Сриваша чатья паривар. Из Бхаган 64 паривары. Итак, есть 64 паривары. 64 се ви жада паривары. Но есть даже больше, чем 64. Махапрабху джигет паршатока. Это все паривары спутников Махапрабху. Из паривар дор хай. Из паривар руби ое се ана парера. Паривара – это вход, это путь. Jaise, Шамананда джи ка ghar mein aane ke liye, это как, чтобы войти в дом Шамананда. Ye door hai, ye ghar se nahi aa ja sakte. Отсюда уже не войти. Koi kahe hum idhar se aayenge, idhar se aayenge. Я с этой стороны войду. Idhar se aaunga.
отсюда приду? Идар сауга, интер бога. Разве они смогут? Ей рог хэ. Ведь есть одна дорога. Идар гейт хэ. Здесь ворота. То паривар бокар, паривар ка шамас сай лекар. И приняв прибежище у спутников, то стейт ап андар джасакте. Вы сможете сразу войти внутрь. Исилия паривар ку авэйт карнани. И поэтому паривар ку авэйт карнани се релешншип хи авэйт хоту бога. Нельзя отвлекаться от паривары. Если мы не принимаем паривару, то мы не сможем развивать отношения с Господом. Вриндаван лила ка самбандха каха се милега? Унхи гоура лила се. Мы получим самбанду с Вриндаван лилой от гоура лилы. Радарани ке саат. Вместе с Радарани. Сивишна ка саат самбандха кис пракар бога? Релешанши кис пракар бога? Как мы сможем получить отношения с Радой и Кришной? Это через гоура лилу. Горлила ка асрай леве сеги. Приняв прибежище у гоура лилы. Махрузи ка бхакто ка джо паривар хай, парикар хай, парампара хай. Унке асрай леве сеги. Радхарани ка шамасрай, Сри Кришна ка чаранасрай, апне ап хо жаега. Приняв прибежище у парампары, мы сразу получим отношения, прибежище, лотосный стоп Радхарани. И поэтому без гуру парампары, паривар паричай ке бина, без отношений с париваром, паривар ка шамасрай ке бина, и джо анеканек паривар хай, ек паривар нехи, анеканек паривар. Эк бхакта не ни. Ам кя кэнте? Ананта коти гоур бхакта вриндави. Это не просто один преданный. Есть очень много преданных Махапрабху. Ам кя кэнте? Ананта коти гоур бхакта вриндави. Мы говорим нескончаемое число преданных Гауранги. Эк то гоур бхакта не. Ведь не так, что есть только один преданный. Ананта коти гоур бхакта. Их очень много. Вриндаван ме хай, Лилачан ме хай, Навадвип ме хай, Гоур мандал ме хай, Харат мандал ме хай, Саре ворлд ме Гоур бхакта хай. Во всем мире есть преданные Гауранги. Сабко лена, сабко бандан карна, сабхи упаше хай. Все достойны нашего уважения. Фьючар ка, паст ка, презент ка. С прошлого, настоящего, будущего. As a big chintadhara, big heart, такое должно быть большое видение, big relation, большое сердце, большие отношения, как небо. Aapka vachan, ваша речь, aapka bhashan, aapka decide, ваше решение, aapka mind, ваш ум, sky jaisa hoga, будет такое же, как небо. Кои шанкирната, ай иван май, уха рехега не. Там не останется авар, сознаться с собой. Ни я, ни мое, только наше. Ай май рехега не. Там не будет я и мое. Если джентльмен ке бич ме ай май рехта не. У воспитанных людей ай иван май рехна аватрата хай. Говорить «я» и «моё» — это плохо. Криминал. Кавичме рэта хэ «ай» always «ай» and «май». Это у преступников такой менталитет. Всегда «я» и «моё». Жаб так «ай» «май» хэ, таб так мэ криминал. До тех пор, пока мы думаем о себе и о своем, то мы преступники. Не джентльмены. Саб Кришна ка хэ, Кришна саб ке хэ. И Кришна принадлежит всем. Махапрабху саб ке хэ, ар саб Махапрабху зи ке хэ. Все принадлежат Махапрабху. Кришна ка хай. Все принадлежат Кришне. Кришна сабке хай. Радхарани принадлежит всем. Сабки хай. Радхарани принадлежит всем. Радхарани принадлежат Радхарани. Мера бхи. Апка бхи. Унка бхи. И я, и вы, и они. Кришна сабка хай. Кришна, он принадлежит всем, Махапрабху принадлежит всем. Такое должно быть большое видение. Всегда жить под небом. Сверху нашей головы небо. Тогда наш ум будет чистым. То Радхарани ки сахи шевика хона парега.
И нам придется стать подругами Радхарани и только тогда мы сможем служить ей. Сахи Манджари не является Радхарани, так ап не можете. Если вы не станете Сахи или Манджари, вы не сможете дойти до Радхарани, вы не сможете войти туда. Из шарира бурна падет. Вам придется забыть это тело. Из body ко, из world ко, бурка. Забыв это тело. Чаниса саргобхутанам тасьям джагати самьями. Ясям ягарти бхутани шамиша пашато мунени. Шримад Бхагавад Гита дисай. Шримад Бхагавад Гита говорит об этом. Шримад Бхагавад Гита каба питай. Уттишхата джагарата праппа варан нибодхата. Дхармасья таттам нихитам гухаям мама джано джина гата сапанта. Ой, кисо кэта? Кис рот па усе чална хай? एवं महाप्रभु जी जो भजन का उपदेश दिए हैं वो रागानुगा भक्ति каков наш путь путь который дал महाप्रभु это рагануга бхакти 64 bhajan anga hai 64 bhajan angi 9 bhajan anga hai 9 главных bhaja gure mana sri nandanandana Абхая чарана джубриндаде Бхаджа хури мана Сри нанда нандана Абхая чарана джубриндаде Акриме Сравана киртана Среди них пять, они самые главные. Саду-санга, нам-санкиртан, Бхагават-шравана, Дхамья-нивас, Раджавас, Раджавас и Сри Викрама-шеван. И служить божествам. Исмей бхи сарвопали нам-санкиртан. И среди этих пяти высших сил нам-санкиртана. Sri Krishna Sankirtan. То раг марге таха пайте, жахар коруна хуйте, бучило пахило жете жана. Рагануга маргуме бхаджан карна падега. Нужно совершать бхаджан в рагануга. Это Нараян ка бхаджан нехи. Это не бхаджан Нараян. Радхарани ка бхаджан. Это бхаджан Радхарани. Рагануга маргуме. Рагануга марги. Манджари бхав садхана. Манджари бхава садхана. Манджари бхава садхана. Ор Рагануга марга кья хай? Шри Кришна Чайтанна Прабху Дашира Нудаша
Кришна Чайтанна Прабху Дая Кара Моли Тома Вина Кита Ялу Джагата Шамшари. Это Рагануга Баджан. Радха Кришна Прана Мора Джогала Кишора Джибани Марани Гати Арнахи Мора Радха Кришна Радха Кришна, Радха Кришна, Пранамара, Джугала Кишора. Наратам Дас Тхакур Махашайс, saying, telling, Sri Radha Krishna is my heart. Shri Radha Krishna, это мое сердце. Radha Krishna is my pran. Radha Krishna, это моя прана, моя жизнь. Sri Jugala Kishor. Shri Jugala Kishor. Shri Jugala Kishor. Jivan mein aur maran mein. И в жизни, и в смерти. Now and after. Сейчас. Death. И после смерти. Radha Krishna prana mara. Радха Кришна, Радха Кришна, Радха Кришна, Радха, 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 Радха Кришна, Радха. Jogala Kishora Radha 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 Krishna Radha Krishna Radha Krishna Radha Krishna Paramora Radha Кришна прана мора Радха 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 Кришна прана мора Радха Кришна прана мора Джугала Кишора Jivane marane gati arnahi moro. То Рупа Госвами Ji ka granthavali ko jadi koi adhyayan kare, если кто-то будет изучать гранхи Шри Рупа Госвами, shravan kare, будет слышать о них, то समझ में आएगा, то он поймет. Рагануга Марга किसको कहता है? Чем мы называем Рагануга Марга? ये भजन का परिपाटी किस प्रकार है? Как совершать этот баджан? Эмон даялу бхаи кохайо дехие наи тар пад караха бхавана Рупа Госвами Ji ka lotus feet always our thin point. Мы всегда должны сосредоточиться на лотосные стопы Шри Рупа Госвами. Это наша цель. Исилие Нартам Даш Тхакур Махашай кайте Луп Рагунат Паде Хайве Акути Луп Рагунат Паде Рахумар Аш. Поэтому Нартам Даш Тхакур говорит Чайтанна Чайтамритам Ме Хар Чаптар Ке Акриме Слу Прагунам Падиджа Раш. Он ни с кем не лия не.
говорится, Ширу Прагунати, больше имен не упоминается. Вешаватар Вриндаван Дас Такур Чайтанья Бхагават Мегати. Шри Вриндаван Дас Такур Читанья Бхагават. Шри Кришна Чайтанья Нитянанда Чанда Джано. Вриндавана Дашат Ачу Пададжуги Мгана. Паранту Кришна Дас Кавирад Вишвамиджи Вриндаван Дхам Иван Брайо Парикар Канулатта Лекар Кех Рае Хай. Сриру Прабхунат Падиджараш. Сриру Прабхунат Чайтанья Чаритамритам ме half chapter ке антаме Падиджараш. Чайтанья Чаритамрита кахе Кришна Даш. Чайтаннеро Аггапайя Бхагавата Вичария Чато Бхакти Сиддханте Рокхани. Таха утхайя като нижо грантха кари като живе дила према чинтамони. Шримад Бхагават Гита шамаста Пурана ади вичар карке Махапрабху джи ка агья се парамрита. Шримад Бхагаватам Бхагават Гита все шастры и слушал шамаста сиддханта. Все сиддханту написано в Бхакти-расамрита-синдхуе-стахи-грантхаме изучая грантхи можно получить прем-чинтамани это мы получим эту драгоценность. Радха Кришна Рашакели Наттагита Падавали Шудха Паракия Матакари Чайтанне Рамана Бритти Стапана Карила Кити Ашадия Тару Матури. Радха Мадхавда Вивах Лила не есть. Радха Мадхава, они не женились. Вриндаван Лила ме Радха Мадхавда Вивах не есть. Во Вриндаване Радамадова они Вивао хэ? Вивао то Таракаме, Рукмини джи ке са. Разве они женаты? Нет. Шри Кришна Шри Кришна ка Вивао лила хэ? Двараки. Вивао лила не хэ. Исилие Вриндаван лила Шудха пар лила лила. Это чистая паракия. Паракия бхави джаха бхрае пепрача. Исилие Шри Чайтанья Мановиштам Стхапитам Ена Бхутале. Махапрабху джи ка джо Мановишта хай. И настроение Махапрабху. Ее Мановишта Рупа Госвами джи не стхапан кия. Это настроение показал нам Рупа Госвами. Чайтанья Вирахе Шеш Пайи Ати Шайо Клеш Тахи Ято Пралапа Вила. Шешава кахите бхай, дехе пран рахе най. Э Радха Валлава гие тав. Рупа Госвами джи ка лайф хистри Бхакти Ратнакар ме декхие. Бхакти Ратнакар описывается история жизни Шри Рупа Госвами. Прем Вилас. Прем Вилас. Нароттам Вилас. Нароттам Вилас. Параварти калке житне лайф хистри гранта хай. История жизни преданных. Ус лайф истрию грантхаме декхие Рупа Госвами джи. Изучите историю жизни Рупа Госвами. Кис прагар Махапрабху джи ка вираха ме, кис прагар Вриндаван ме, вираха авастха ко прапта карке. Как он жил во Вриндаване? В разлуке с Махапрабху. Дильгакал так ниваш карке. Всю свою жизнь он провел во Вриндаване. Он бхаджан-адарша, совершал баджан, показал пример служения. Нана шастра вичара найка нипунау шаддхарма шамстхапакау. Локанау нихитатаринау трибхуване маннау сараньякарау. Радха Кришна падар Вринда бхаджанананде наматьялико.
банде рупа санатана рагу югау Шри Джива Гопалакау Радха Кунда Тате Галинда Танайя Тиреча Ванши Пате Преман Мада Вашадда Шиша Дашая Грастау Праматтау Штада Гаяндау Чакада Харир Гунаварам Бхава Вивутау Муда Банде Рупа Санатанау Рабху Йогау Шри Джива Гопалакау Куджат Капилахам Шашар Шаганакир Немайура Куле Нана Ратна Нибадха Мула Битапо Шри Джукта Бриндаване Радха Кришна Махар Нишам Прабхаджатау Дживардха Дау Муда Банде Рупа Санатанау Рабху Йогау Шри Джива Гопалакау Банде Рупа Санатанау Рабху Йогау Шри Джива Гопалакау Хе Радхе Брджа Деви Ке Чалалите Хе Нанда Сунакута Говардхана Калпа Пада Патале Калинди Ванне Кута Госанта Види Сарвата Брджа Пуре Кедайр Махабью Валау Банде 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 Рупа Санатанау Рабху Йогау Шри Джива Гопалакау Банде Рупа Санатанау Рабху Йогау Шри Джива Гопалакау Банде Рупа Санатанау Рабху Йогау Шри Джива Гопалакау Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари. Hare Krishna
Кришна, 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 Харе, Харе, Харе. Радхи, Радхи, Радхи,
Кришна, 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 Кешава, Кришна, Кешава, Кришна, Кешава, Кришна, Кешава, Гаура Харива. Потеряли время в своей жизни. И
दास जी भी हम सभी के लिए काफी खर्चा किए Шьямананд Дас же он много потратил, чтобы устроить эту программу для нас всех. Унке прати абхар. Мы все должны ему. Унке прати дханьявад, спасибо. Мы благодарим. Унке савда шатаране. Ачу. 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 रसिकानंद जी भी कृष्ण शरण जी भी हमारे लिए काफी कष्ट उठाए रसिकानंद दास कृष्ण शरण दास इंडिया से लिथुनिया आना यूरोप में आना कोई साधारण बात नहीं टाइम भी लगता है Очень много времени занимает это. Рашикананда Дас, апна бизнес ко. Рашикананда Дас. Уже апна бизнес ко говна карке, бизнес ко неглект карке. Он забросил свой бизнес. Запретил своего версла. Кришна Шарам Дас Джи, Навадвип Хамбе рэте, Навадвип Пашко так карке. Живет на Навадвипе и Навадвип Дхам Дивашко так карке. Он оставил эту жизнь на Навадвипе. Лиламай Даси Джи Радхакунд ме Ниваш карти хай. Лиламай Даси живет Дхам ко чоткар Европ ме Литвания ме. Они оставили Дхаму и сейчас они в Европе, в Литве. Дхама и двое в Европу я. ये सभी भगवत कृपा वाचन है श्री राधा रानी की कृपा का फल है них есть милость श्री राधा रानी धाम छोड़कर के यहां आना एकमात्र राधा रानी का कृपा वितरण राधा नाम राधा रानी की उपासना только служение Радхарани, повторение ее Радхадасья Радхадасья Радхарани ка лила ка асвадан эван витаран карне ка хи екматра лакша и принятие лилы Радхарани и распространение это единственная цель другого нет ये भी पता चला आप सब कितने दूर दूर से यूरोप सोवियत रशिया कितने कितने स्पेन स्विट्जरलैंड कितने कितने दूर से भक्त सब वृंदावन जाते हैं राधा कुंड जाते हैं я также смог узнать из какого далека все преданные приезжают во वृंदावन на राधा कुंड कितने कितने दूर से भक्त आते हैं я сейчас понял из какого далека преданные приезжают на राधा आप सब कृपा करें вы все даруйте милость आप वृंदावन जाने से राधा कुंड आने से आप सभी की ठीक से सेवा हो सम्मान हो संवर्धना हो у вас все будет в жизни хорошо от того что вы всегда ездите на राधा कुंड आप लोग जैसे हम लोगों को समादर किए हैं हम भी आपके समादर कर सके Вы все позаботились о нас. И пусть мы тоже сможем служить вам. Станем вашими слугами. Самики шева, бхактоки шева, вайшнавоки шева, шастроки шева. Служить преданным, служить шастрам. Дхамки шева, намки шева. Служить нами. Сри Виграха шева, ये шева хи. Это служение. Амани лакша хай. Это наша цель. सेवा का बिना जीवन विफल है भजन का फल है सेवा सेवा अभिलाष मागे नरक तम दास सेवा का अभिलाष हो सेवा की इच्छा हो दिल में пусть будет желание служения в сердце आप सभी का संग प्राप्त करके получив общение с вами और लिथुनिया का परिवेश видев природу यहां का वर्षा ऋतु सीजन सीजन चारों ओर फॉरेस्ट повсюду лес रिवर्स माउंटेन реки горы वेरी अलोन प्लेस काउंटस काउंटस
очень безлюдное место. All side is agriculture place. Повсюду поля, фермы. Or आप जैसे शुद्ध भक्त नाम निष्ठ. И вы такие чистые преданные. Садачар Мишча Бхакта Асанга Прапта Карке. Я получил общение с вами. हमें धाम छोड़ने का जो कष्ट है इस कष्ट का который мы получаем по кишкам, мы избавились от этой боли. आप सभी के चरणों में मेरा बार और बारंबार वंदन है. И я снова и снова кланяюсь вашим лотосным стопам, всем дандават. Бхакти дичье. Даруйте мне бхакти. Эхи наупеим. Сейчас я молю вас, дайте мне бхакти, дайте мне прему. Бхаджан диджи. Дайте мне бхаджан. Дайте мне бхаджан анурагу. Дамме ниваш диджи. Дайте мне жить в даме. Тяг данья диджи. Дайте мне тяг и данью. Бхакта санга диджи. Дайте мне бхакта сангу. Из прокар бхакта санга пратикшан алэс пратиде. Чтобы каждый момент, каждый день, весь день мы всегда получали такую благосостояние, получили благо слушать и воспевать. И с этой мольбой я еще один. Рибау. Дорогие преданные, спасибо вам большое. Шивананда Прабху, спасибо вам большое за тот фестиваль, который вы устроили для нас. Также спасибо, дорогой Гурудев, и я хотел бы сказать, что ну, мы только в ваших лотосных стопах можем вообще прочувствовать эту севу и бхаву, и все получить, ну, без вас это ну, невозможно. Спасибо большое, надеемся, что в следующем году мы также, может быть, встретимся, и катха будет продолжаться, и добро пожаловать на Радхакунду, вот скоро будет Ньямсева, и Гурудев будет давать катху. Если у кого-то есть такая возможность, пожалуйста, приезжайте. Мы купили билет. Есть уже. Да. Пять штук. Пять бахта на Радхакунду. Будем рады собрать билет. Откуда не Радхакунду? Картик. Брата. Может, фотографии вместе? Да, потом посел подвести на фотографии. А что бить не будешь? Грей бангу с баратой, я все саку мест. Че, поки еще мать есть ради вас, Олега, мы попрашиваем речке Шилу Гурдеву, Ватсан Падро Бабус, отвикти į Lietuvą pas mus. Mes planavome, aišku, birželio mėnesį, bet išėjo visgi tokių gerų sezonų, kada yra mūsų vis ir pomidorai, agurkiai, čia ir moliūgai, reiškia, visos uogos, vaisiai. Ir aišku, taip pat šita vieta tokia, ne tai, kad aš ją pasirinkau pas, va, tai tiesiog buvo padiktuota. Statykim čia. Čia yra Govardanas, čia yra Jambūna, čia yra Vrindavano miškai, čia yra ramu, čia geri kaimynai aplinkui, kurie va, davė tą teritoriją, davė žemės, net sukasi ir viską padarė iš mūsų. Vienu žodžiu, labai dėkingas visiems, kad tikrai atsiliepėte, kad atvykote. Žinoma, be ačiarius ir malonės ir mūsų mokytojų visų varbus malonės mes negalėtume progresuoti. Na, ir labai tikrai dėkingas, kad jūs tik daug susirinkote, mes taip sakome, jautumės, kad net važiuos. Mes labai prašome Gurudevų kitais metais atvykti pas mūsų Lietuvą, mes daugiau iškepsintų, galbūt, malonų. Tų bakų gal daugiau atsiras. Radika pasirūpins, kažką tai jinai pakvies mūsų šituose vat, namuose, kurie yra pašventinti Radhakundos vandeniu. Kiekviena čia plyta, kiekviena viskas yra čia Radhakundos vandeniu. Čia kaip sako, viena vašimą tai Radikos malonį ir visokia ateina. Mes čia tokio darome programas ir turėjau darysime, sakome, kviečiame prie jūsų prisijungti. Studijome į Vilapą su Mandžiai, Radarasą su Danitki, Šijų Kali Kavalarių, Krišta Karnamritą. Taip po truputį mokomės, taip ir judom į priekį ir turim tokią džiaugsmą širdyje. Taip pat, aišku, dalinamės tos džiaugsmus su jumis. Kartu, aišku, plaunusim grindis, kartu ir gaminsim porų viešpačių prasadą, tarnausime gyvybinę.
ir giduosim šventą vardą ir lauksinam jūsų visų nu, kitais metais. Ačiū labai visiems. Gari, gari, buvai. Čiai, čiai, radį, čiai, čiai, šį radį. Pats skaržiai, kodėl aš namai žiūrėjom 70 godų, būdėm čia tavo tačinė. Только на чуть-чуть ну, больше дней, потому что мы хотим показать природу, красоту. Здесь там очень много всех красивых мест, но мы так не могли. Хорошо. Групповое фото, пожалуйста, подходите.